И еще один репортаж о Международном дне борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков. Акция «Мы за здоровый образ жизни» прошла в 16-й средней школе имени Героя России гвардии майора Сергея Таранца. 240 учащихся приняли участие в акции, посвященной здоровому образу жизни и сознательному отказу от вредных привычек и зависимостей, которые ведут к тяжелым болезням и очень сокращают жизнь. На линейке ребята читали стихи, танцевали и пели песни. Перед школьниками выступили секретарь районной антинаркотической комиссии и настоятель Свято-Пантелеймоновского храма. Они рассказали ребятам о достоинствах здорового образа жизни и вреде пагубных пристрастий. Затем ребята разделились на команды и участвовали в увлекательной игре. В форме игры мы объясняем, что такое здоровый образ жизни, как себя нужно правильно вести и как ограничить себя от вредных привычек. Ну, дети довольны, мы, конечно, мы объясняем очень часто, как весело и здорово жить, и как правильно нужно себя вести. Каждая из станций игры, а их было 5, это доктор Айболит, умники и умницы, спорт против вредных привычек, рисунки на асфальте и загадки вызвала интерес у ребят. Они смогли проявить себя с лучшей стороны и получить полезную информацию. Я считаю, что надо вести здоровый образ жизни, ходить на всякие кружки и заниматься спортом. Жизнь очень богатая на события, очень интересная. И нельзя тратить время на плохие привычки. Я люблю читать книги, я играю на флейте. Люблю заниматься спортом. И я хочу подальше держаться от плохих привычек. Увлечение литературой, музыкой, спортом – все это делает жизнь юных славянцев интересной и наполненной и не оставляет в ней места для вредных зависимостей. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».